Все картины, выставленные в музее, из частных коллекций Александра Шадрина из Екатеринбурга и Валерия Рязанова из Ростова. Сочинцы и гости курорта смогут увидеть графические листы известных серий «Карнавалы Санкт-Петербурга», «Чрево Парижа», метафизические композиции, бюсты и головы, а также альбом с литографиями, посвященными стихам Владимира Высоцкого. Кроме того, здесь представлены другие произведения художника, выполненные в разных жанрах и техниках. Это пятая передвижная выставка по югу России. До этого были города Ростов, Краснодар, Ставрополь, Таганрог. Вот. И теперь Сочи. Очень приятно в этом музее классическом оказаться. Очень хороший музей и для демонстрации этой выставки. И это же литературный музей. И мы знаем, что Шемякин много иллюстрировал литературу в своем творчестве и постоянно к ней обращается. И я думаю, что это здесь будет к месту.